Всем привет! Чудеса случаются, и мы снова на чуде. Бурим две луночки. Рядышком одна возле второй. Будем на две удочки попробуем сегодня. Так, пробурились. Сразу не ленимся. Убираю я лед со своих лунок, чтобы леска мне там не путалась бы. Полностью весь откидываю. Лучше 5 минут потерять, все подготовить как надо, а потом наловить 50 килограмм рыбы спокойненько. Вот, чистим. Еще убираем. Вот такая шуга снизу. Для этого сейчас я покажу, что мы в этот раз взяли. В прошлый раз мы помучились. Много было лунок, которые нельзя было прочистить. Так, убрали ледик. Ой, видите, еще до сих пор вылетают кусочки льда, которые снизу. Его мы тоже весь уберем, откинем. Вот, сразу же я ставлю флажочек в лунку, чтобы потом видеть, где моя лунка. Ну и никто ее не отжал. Вот, теперь берем нашу палочку эстонскую с берега и выковыриваем остатки льда, потому что шнека не хватает, и его выкидываем. Потом он может опять появиться, и мы его опять, вот видите, опять потом уберем. Сейчас мы делаем, чтобы нам дали какие льдинки там. О. А то он потом будет нам мешаться, упираться, будут сходы обидные. А нам это не надо. Еще раз проверим. Все good. О, прочистили. Взяли нашу подкормочку. Разработка Петина, который был в прошлой рыбалке с нами. Я у него слезал. Идея не моя. Разрезали пакетик, раскрыли. Вот так получается. Смотрите, шикардос. Шикардос. Оп. Отломали. Вкуснятина. Откусили. Шутка. Не знаю, что там намешали. Хоп. Хоп, дольку. И еще отломали. И еще дольку. И сюда. Все. Сейчас она приманит нам рыбу. И по две луночки я делаю на расстоянии метров 25-30. Вот 4 закорма у меня таких будут. Вот там флажок уже установлен. Здесь. И еще пройдем дальше, закормим другой прикормочкой. Ну и будем потом смотреть, в какой будет лучше браться, в то и будем ловить. Кормить в одном месте не советую. Все-таки бывает, лунка вообще не рабочая. А в 20 метрах отлично берется. Погнали дальше. Так, ну, 6 часов 30 минут. Лунки закормленные. Поворочки установлены для обозначения. Здесь лунка. Вот там дальше лунка, которую мы в воскресенье ловили. Хорошо бралась. Дальше закормленная луночка. Ну и две в другом месте. Потому что вдруг здесь сегодня будет мелко или не будет браться.
Вот так выползает уже солнышко. Будет красивенько, обалденно. Так что начинаем. А вы оставайтесь с нами. О, пошла раздача понемножечку. Уже плотвин 5, наверное, поймал. О, нормалек, нормалек. На две удочки. Так как сегодня я отрабатываю и за себя, и за жену. Надо за двоих как-то полтос натягать. Так что не расслабляемся. Бомбим. Это будет настоящую. Это будет с игрой. О, хорошенькая. Сейчас тоже такую маленькую. Грамм 300, наверное. Но это не очень. О, тут берется тоже. Оп, корзина баскетбольная здесь. Ага, тоже не сильно пока. Ай, окушок на жареночку. И открывай рот. На мелкого крашеного опарыша, на пеньку. Ловлю. Третья пара лунок сработала. В первый поймал одну гусерину, пока остальные молчали. Сюда пришел. Здесь как бы сразу понеслось. В этом плюс, когда кормишь все-таки на каком-то расстоянии лунки, что какие-то из них могут работать, а какие-то нет. И легче все-таки найти рабочую и начать тягать плотвинку леска 0,14. Потому что вот такие вот плоточки сегодня у нас будут. Еще и крупнее, в 2, в 3, а может и в 5 раз. Ух. Чувствую наш день. А еще и в гороскопе с утра сказали: Вова, все будет good. О, есть на игре. Тоже нормалек. Вот. Нормалек, нормалек. Давай мормышку сюда. Мормышку не сломать, мормышка рабочая. О, блин, там дерется. Оп. О, засеклась. Такая средненькая. О, даже нормально такая средненькая. Мелкая зацепилась. Ну как мелкая, нормальная. Но вот там пробую. Вот такая льдинка, видите, еще снизу выскакивает. А я уже и палкой чистил, и все выбирал. О, поклевочка есть. Прошел я сейчас по луночкам, которые я закармливал с утра. Одну плоточку там поймал, вернулся сюда. Здесь поймал сразу две хорошеньких. Ну и сейчас эту такую некрупненькую. Есть контакт. Там опарыш и кусочек сала. Ух ты, блин, оторвал мурмышку. Парам-папам. Так, ну опарыш и сальцо. Сейчас одну хорошенькую, вторая хорошенькая. Такая же была. И на эту удочку не успел закинуть. Мелкие опарыши тут. 4 штучки. И вот кусочек сальца. Пробовал на вымя. Пока пусто. А сало с опарышем вроде пока ничего. Таких парочку нормальных плотвин залетело. Сейчас попробуем заснять. О! О! Настоящую взяла. Сальцу, ну поменьше, но тоже нормальная. О. Нормальная такая чудская плотва. О! Ведерко уже там набили. Килограмм, наверное, 6, может
может даже и 7. Но еще утро. Еще все у нас впереди. О, блеха. Тут бралась. Берется тоже, но не мелкая. О, бляха. Сошла. Есть поклевочка. Твинка такая средняя. Правда, так нельзя бросать. Может быстренько утянуть. Такая плоточка. Идет. Уже сегодня чуть не утянула раз удочку. Пока я там ворон считал. Плотва-то очень резвая. Средненькая. О, там не засеклась. Опа. Нету. В принципе, хватает и одной удочки, но сегодня решил я побаловаться на две. Натягать в два раза больше рыбы. Сейчас тоже одна нормальная была. О, такая же. И вторая сходу. Опа. Даже настоящую больше, чем на вторую с игрой. Такие поклевочки, ничего. Эту ставим на подставочку. Это и пробуем поймать. О, на эту поймали. О, шикарно, шикарно. И на эту поймали. Меньше. Оба. Идет немножко раздача, но такая более-менее. О. О. Далее меньше. Тоже пойдет. Запутаться бы. Так. Это положим. Это достанем. Пока одной хватает. Оба. Такая плотва. Чуская. Попал. Пошел размерчик, ничего, с утра было побольше мелкой. Тут нормалек. И клев, я думаю, что будет сегодня и дальше нормальный клев. Посмотрим. Заранее не будем загадывать. А то обычно, когда... О. О. Поменьше. Не знаю, совсем коту
опарыш. Клевочка. О, есть тоже опарыш и сальца кусочек. Не крупная. Украла сало. Здесь тоже мелкая. Ну да, совсем. Какая? Сейчас на две удочки. Здесь есть. Здесь уже сидит. Закушала как. Ух ты. Опарыша и кусочек сала. Но нормальные такие. Проскакивает сегодня, конечно, поменьше. Но вот сальцо и опарик. На вторую просто мелкий опарыш. Берется вроде. А, неплохая. О, какая. Ну, шикарная. Батончики. Добавим одного опарыша. О, хорошенькая. Нормалек. Жирненькая. И шустрая, главное. И корзинку ближе переставил, чтобы трехочковые забивать. О, хорошо хватает. И залет. Согнал льдинку где-то там под низ и уперлась. Придется за палкой нашей идти. Есть мелкая. Ну как? Не та, которая хотелось бы. О, есть. О, нормалек. Их ты, блин. Полбу не получил. Блин, скользкая. Да, здесь есть. Поменьше. Но тоже нормальная. Да. Добавим опарыша. Ладно, не будем. Ну, одна стоячая. На вторую я дражню их. Дрожжи на эту берется мелкая. Ну и совсем. Иногда вот при кормочке еще так подкидываю. Подманить покрупнее рыбку. Есть сходу. Так, обновим опарыша.
по поклевочке. Тут есть. Эх, и там есть. Ого. Ого. Ого-го. Зашла одна. Хороша. На прикормочку нашу пришла. Только подсыпали сразу, она там тут как тут. Так, ну да, луночком там отдохнуть. Пошел искать по тем, где закормлено было с утра. Штучек уже плотвин поймал здесь. Посмотрим, что у нас тут. Зря кормили, что ли, надо выловить. А? О. Такая мелкая. Ну, не крупная. Одну луночку пошел проверять, которую первую кормил сегодня. Кушка поймал пару плоточек таких вот. Так, ну, заменил опарика. О, не крупная. Ну, нормально. Хорошая плоточка. А, о, кушок. Ну, на жаренку пойдут, а то в прошлый раз рыбы мне не хватило. Теперь должно хватить. Начали проскакивать все кушки. Там не было. Попробую даже мотылька одеть, может, окунь будет активней. Ну. А? Сидит уже. Тоже ничего. Вполне нормальная. Оба. Такая плоточка. О, да. Поменьше. Ну, тоже нормально. О. Э, блин. Да вылазь. Чёрт. Видите? Одинку снизу. О, вот такие. Выскакивают одинки. Где крупняк наш? О, вот тут крупняк наш. Луночку подзасинул немножечко. Опа, хороша. Хороша плотва. О, есть неплохая первая луночка. Когда вернулись, довольно хорошенькая в нее. О, размер такой совсем неплохой. И ловится сейчас, в принципе, здесь довольно нормально. Конечно, не знаю, что на той лунке, где я все время сидел, но здесь можно пока задержаться и потягать плотвы.
повисла. Не мелкая. Совсем мелкая. Сразу и берется. Шикардос, шикардос. О. Такая плотва. Сидит уже. О, тоже нормалек. О, и зацепилась. И, блях, опять в лед. О, прошла. Летинку там пригнавший. Цепляется. Можно крупную там не оторвать. Так, ну к обеду очень подмерзли луночки. Клинил. Берем левую рукой лучше. Получается очень острая кромка. Может перерезать леску. Просто, ну... Спугнуть плотву можем, но вряд ли. А вот очень плохо вытягивать. Вот что мы имеем? Мы имеем Мэрэпалу, Чудское озеро. Потеплело, красивее стало, 12 часов дня. Вначале было прохладно. Что по рыбе? По рыбе около 20-ки до обеда. Вот. Окушок есть. О, красивенький. Ну, плотва нормальненькая. О, есть контакт. Тут перенес вторую удочку. Потому что здесь получше пока луночка. Работают две. О, какая плотва. Пока вторую не успеваю. На одну удочку попробую закинуть вторую. Это даже не надо болтать, сразу настоящую берет. О. О. Так, блин, сход. Вот там сидит уже. Есть, наверное, нет. Опа, блин, не попал. О, села. Средненькая. Поклевочка. Вернулся на рабочую луночку, которую с утра работали. Вытряс рыбку. Кулек пока. О, нормально. О, ну, шикарная плотвинка. Добавил я кусочек сальца копариком. И сразу как-то поактивнее стало. Вон красненькая. Красненькая приманивает плотвичку. Сегодня в прошлый раз не приманивала. Не понятие. Сегодня одно нравится, завтра другое. Каждый раз. Надо что-то придумать. О. О, есть. Слушай, пок-
клевочки. Какая плотва. Сало немножко поправим, чтобы не слетело. Держится оно хорошо. Можно таскать, когда ловится. Упирается даже. О, стоять бояться. Ведро ее, а? Приподнимала. Поменьше. Клюв какая-то невнятная. Клевочка, видите, даже разбурились и то не прогнали рыбку. О, вот такая плотвинка. Ах ты, не попал. Кусочек сала. Добавляем сало сегодня. В принципе, сало сегодня работает. Сальца кусочек опарыш и в лунку. Вот, сейчас попью чайку. Наберу сил. Сегодня сальцо работает, в принципе, поклевывает на него. Довольно неплохо. Сейчас второй отпустим. Будем проверять, в каких лунках лучше. О, ах ты, вытянул сорта. О, теперь не вытянул. Теперь во рту пока. Леску вытянул со второй удочки. О, есть. Так что вот такой клев. Так что придется мне постараться поснимать что-нибудь, может, покрасивей. Ну, как получится. Рыбалка-то увлекательная, и пользоваться с камерами как-то не очень хочется. Хочется половить рыбки. Так что будет у нас первая и вторая часть. Я думаю, рыбка поклевывает, неплохо поклевывает. Сейчас его подкрепимся. Чайку хлебанем. Наберемся сил. Да ё-моё. И как возьмемся с обеда, чтобы наловить еще тридцаточку. И в одно рыло 50 килограмм тянуть до берега. Вот, если вы думаете, что все-таки я наловлю. Так что оставайтесь со мной. Ждите вторую часть. И возможно, даже еще, если все получится, Чудской еще и не закроем. Еще последняя будет рыбалочка. Ну, не последняя, а крайняя в этом году. Наверное. Ну, там как Бог даст.
У меня отпуска 3 дня. Так что рыбачим, отдыхаем. Надеюсь, что вам тоже понравится. Все, ну я пью, набираю сил и ловлю.